Борьба за путевки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро продолжается. Алтайские спортсмены Виталий Щур и Адам Курак стали призерами международного турнира по греко-римской борьбе имени Ивана Поддубного. Это соревнование – первый этап отбора в Олимпийскую сборную России. Турнир проходит ежегодно. В этот раз в нем приняли участие более 200 борцов, в том числе из Киргизии, Узбекистана и Белоруссии. В тяжелой весовой категории до 130 килограммов лучшим среди российских спортсменов стал Виталий Щур из Новоалтайска, оставшись при этом серебром. В финальной схватке Виталий уступил белорусу Иосифу Чугашвили. Еще один представитель региона Адам Курак в весовой категории до 66 килограммов завоевал бронзовую медаль. Дорогу в финал ему преградил олимпийский чемпион 2008 года Исламбек Альбиев.